хронические болезни, повторение судьбы родителей, фобии, страхи, нищета, передающаяся из поколения в поколение. Ты сталкиваешься с этим многие годы и не понимаешь, в чем причина. Все это признаки родового проклятия, которое пришло по семейному древу. Вот это семейное древо. Вы видите его. Все эти люди связаны по крови. И все эти люди страдают. Только сила Святого Духа способна разрушить родовое проклятие и изменить твою жизнь навсегда. Проклятие рушится прямо сейчас. Я разрушаю родовое проклятие артрита. Я разрушаю родовое проклятие рака. Мощь Божья сейчас просто сражает этих демонов, сражает этих бесов, сражает этих бесов, которые шли по роду. 11 февраля, 16:00. Божьи люди апостол Владимир и Виктория Мунтян проведут телекрусейд с молитвой за разрушение родовых проклятий и будут молиться за исцеление болезней. Там, где болезни, пусть они уходят во имя Иисуса Христа. Там, где какая-то разруха в какой-то сфере жизни, Боже, яви свою славу! Звони прямо сейчас по телефонам, которые ты видишь на своем экране.